Гениальные изобретения, которые должны быть везде. В 2016 году инженеры создали стул будущего. Каждый стул соединен был по Wi-Fi и оборудован моторчиком на колесиках. Инженеры сделали много таких стульев, которые занимали свое место по хлопку в ладоши. А это снапи-скрин, который защитит вас от солнца очень легко. Эта штука крутит вас вокруг и распыляет нужный слой солнечного крема. Вы можете выбрать нужное количество поворотов, а также взять очки, чтобы защитить глаза. Студенты из Америки создали перчатки, которые распознают язык жестов в обычные буквы. Теперь люди с такими особенностями могут легко и свободно общаться с обычными людьми. После этого видео многие из вас выкинут свою зубную пасту. На упаковках из зубной пасты есть вот такие полоски, чтобы можно было определить, из чего она сделана. Такая зеленая полоска говорит о том, что паста сделана из натуральных веществ. Синяя полоска означает, что используется как натуральные, так и химические вещества. А красные и черные полоски говорят о том, что это самая ненатуральная химическая паста. Такие пасты лучше не использовать. И пиши в комментариях, какая паста у тебя. Это 6 странных фактов, которые оказались неправдой. Если приноровиться, то можно дышать только одной ноздрёй. И только 1% людей может двигать каждой бровью раздельно. Больше 20% детей слышат страшные голоса в своей голове. И в банке нельзя взять кредит, чтобы выкупить этот самый банк. На самом деле эти квадраты одинакового цвета. Просто положи палец, и ты сам это увидишь.